Асюня? Асюшенька? Асюня? Привет. Привет, моя хорошая. Ты гуляешь тут? Да. Ты радостная? А что ты такая хорошая? Иди еще поглажу. Нет, нора у нее там. Это не любимое дело. Асюш, ну давай потом копать будем. Что у тебя здесь? Норки. Ты норку начала копать? Еще одну? Это у нас перья. У нас просто вот у соседей через забор сразу курятник, там сетка и куры гуляют. Сетку прикрепили к нашему забору. Поэтому у нас здесь всегда вот перья. Пусть ей радостно будет копать. Асюня такая красивая лисичка. Она огнёвка. Вот. Появилась у нас в 2014 году. Мы забрали ее со зверофермы. Да, моя малышка? Она с нами уже 6 лет живет. Такая забавная, смешная. Куда ты убежала? Иди сюда. Иди, моя хорошая. Иди сюда. Иди. Вот такая вот она. Всегда приходит. Всегда улыбается. Всегда можно почесать ее. Этот носик у нее целовательный, но сегодня очень грязный. Она копала здесь что-то. Еще у нее есть братик Альф. Он у нас болеет. Ей одной, конечно, скучно гулять. Ну вот, мы открыли дверь. Альфульчик изучает, как там на улице. Не могу его никак снять. Сидит на руках. И все время пытается куда-то сбежать. Альф, ну зачем ты пошел в центре города продавать свою мордочку? Нас и так уже все знают. Говорит, вот он, лис. Приехал в клинику лис. Я никогда не видел лису так близко. Даже была версия вчера, что мы поймали его в лесу. Ну, потом эта версия отпала, когда люди узнали правду, что это лисенок со зверофермы. Ну и так очень понимающе относится к тому, что мы спасли эту лисенку. Вот. Очень огневистая она, все время куда-то ползет. Беспокойный сегодня. Или бодрый. Я не знаю, как назвать. Лучше, конечно, сказать бодрый. Вот такая бодрая лиса. Что там, Альфуля? На улице очень сильный ветер, поэтому он так осторожно относится. Альфа.
котик. Посмотри сюда. Вот он такой лис. Лис, красавец. Ну-ка еще. На гнёвке, конечно, шикарной красоты лисицы. Эта порода, точнее цветовой тип, существует только в России. Правильно называется огневка вятская. Альф у нас из Кирова. Его привез Леша, когда возил туда на родину своего отца. И он не мог проехать мимо и не привезти лисенка. Такого красивого лисенка. На этой ферме скрещивали финскую клеточную лисицу с дикой лисой с Камчатки, с Камчатского полуострова. Альф, не стесняйся. Получается, вот чувствуют такие красивые парни. Девчонки. У Альфы есть одна сестра. Не хочет говорить. Ее зовут Риэль. Ее как раз передние лапки одной не хватает. Она попала под машину. Убежала, попала под машину. Лапку не удалось спасти. Альфик, ты передаешь привет сестричке? Скажи, у меня будет все хорошо. У нас об ампутации даже не стояло речи, потому что лапка была теплая, даже горячая. Осталось только понять, как она будет функционировать. Ну все, Альфик передает всем приветы. Вот он улыбается. Кстати, когда ему жарко, у него язычок прям вот такой длинный-длинный. Все удивляются, какие длинные языки у лисичек. А сейчас он просто сидит, анализирует воздух. У него открыто окно, здесь сильнейший ветер на улице. Всё. Вот и все. Давай отключаемся. Все. Все рассказали. Ну все. Устал? Устал, все, полежишь. Я не буду дверь закрывать тогда. Все, мой хороший. А можно показать твою лапку? Вот у него гипс. Кончик лапки замотан горьким бинтом, потому что он его пытается там разгрызть. Почти весь уже разгрыз. Там, где бинт, там у него окошко. Но если не очень ужасно, я покажу сегодня. У него там почти все зажило. Есть такая маленькая трещинка, из которой чуть-чуть сочится сукровица. А так в целом ходить неудобно малышу. Вот он всю лапку показал. Нам даже сегодня показалось, что гипс начал, как объяснить, даже не знаю, спадать, что ли. Вот у него локоть отстает, но у него лапка стала худенькая из-за того, что он ей не пользуется уже месяц, 3 недели после первой операции, плюс еще неделя после второй. И мышцы, естественно, и послеоперационный отек, и воспаление, все начало спадать, и лапка становится худенькой такой. Худенькая лапка.
Да, сейчас с Альфи поедем домой.